Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала, с вами Юлия. Я сегодня предлагаю сделать вот таких вот миниатюрных гномиков. Куда они нужны, можете спросить вы. Да, в принципе, для создания любой новогодней композиции. А также их просто можно посадить на полочку, и они будут собой украшать ваш интерьер. Размер гномика получается от кончика колпачка до попки 10 сантиметров. Попочка у него плоская, за счет нее он хорошо сидит. А если вместе с ножками, то получается размер 20 сантиметров всего-навсего. Если я вас заинтересовала, то давайте будем шить. Я не буду утруждать вас долгими процессами сшивания, поэтому я все детали уже подготовила и сейчас вам все это покажу. Прежде всего, из полосатого вот такого вот носочка, значит, я вырезала две вот таких вот заготовки. Значит, длина их 5 сантиметров, ширина между строчками 2 сантиметра, то есть ширина ручки получится 2 сантиметра. А также я оставила вот такие припуски по сантиметру для того, чтобы когда я буду выворачивать их, ну, как говорится, на лицевую сторону, видите, вот здесь вот у меня припуск. Этот припуск у меня будет действовать как наполнитель. То есть дополнительно я что-то сюда, синтепух или еще что-то добавлять не буду. И за счет этого ножки будут вот так вот болтаться. То есть они будут вот такие вот гибкие и мягкие. Вот. Поэтому оставляю, значит, припуск по сантиметру. То есть всего здесь у меня 4 сантиметра на 5 сантиметров. Это для руки. Далее ножки у меня идут 8 сантиметров, точно так же по 2 сантиметра ширина, и по сантиметру я оставлю, остальное вырежу. То есть это все идет полосатый носочек у меня. Далее из флиса я сшиваю тельце. Здесь у меня идет 8 сантиметров по низу и 11 сантиметров вверху треугольник. То есть вы чертите такой треугольник, значит, 8 сантиметров на 11. И донышко, значит, картонное я вставляю, я его буду обтягивать флисом. Оно у меня идет 5 сантиметров в диаметре. Далее, вот таким образом я из флиса, значит, делаю ладошки. Вот такие вот варежки. И чтобы было удобно отстрачивать, потому что на флисе сложно рисовать как бы линию, по которой потом отстрачивать. Поэтому я просто прикалываю вот такой вот шаблончик бумажный и по нему уже делаю отстрочку. Все, отстрочила. Стежок я делаю 2 мм. Точно так же я поступаю с ботиночками. То есть, смотрите, если у меня, значит, стежок, то ширина, конечно же, будет 2 сантиметра. Вот. И 2,5 сантиметра высоту. Вот. Ножка у меня идет 3 сантиметра и также 2,5 сантиметра высоту. В принципе, как бы нарисовать ножку, но я думаю, что тут несложно будет вот как бы валеночек этот сделать. И также я его прикалываю, значит, шаблончик, и по нему уже отстрачиваю вот эту вот фигурку. А затем я просто обрезаю излишки. Вот. И в результате у меня получаются аккуратные валеночки красного цвета. Вот так вот.
И что мне остается? Остается только колпачок. Для этого я взяла пряжу фирмы Alize Angora Gold Simli. Здесь 500 метров на 100 грамм. Поэтому я делала нить в два сложения. Сделала вот такой вот пестрый, значит, колпачок. И, значит, как я его вязала? Я набрала 25 петель, спицы двоечка. Затем провязала, значит, первый ряд резинкой один к одному. Затем я начала вязать платочной вязкой. Провязав 4 ряда, значит, 25 петель, затем я стала убавлять. То есть сначала в одном ряд провязываю, убавляю, значит, в конце. Ряд провязываю, убавляю в конце. Два ряда не убавляю. Потом опять убавляю, убавляю. И вот так вот вяжу, значит, до самого верха. Размер у меня получился здесь 11 сантиметров, высоту 14 сантиметров. Вот, в принципе, как бы он что с той, что с другой стороны, он получается платочной вязки и довольно-таки объемный. Остается теперь его сшить и одеть на на гномика. Ну вот и все. Гномик полностью сделан. Вот он такой вот красивый. А также у него, посмотрите, еще какая большая компания. На Новый год я гномиками обеспечена. Но хотя, в принципе, я думаю, что я их не просто на полочку посажу, а сделаю с ними какую-нибудь композицию. Так что вы, наверное, их еще увидите. Вот. А на сегодня, в принципе, как бы все. Если вам понравилось со мной делать гномиков, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. Вас и дальше будет ждать много интересного. А с вами была Юлия. Я прощаюсь и желаю вам новогоднего настроения и всего самого доброго.